А за что задержаны? Статья 159, часть 2. Расскажите, пожалуйста, как вы действовали, по какой схеме, как люди вам деньги отдавали? Ну как, занимал деньги, это процент, и не отдавал. Угу. А что вы им рассказывали? Почему они отдавали вам просто так, без документов, да, это понимаете? Чем вы побеждали? Ну ничем, говорил, что надо денег в бизнес вложить. Какие суммы? Разные. 60, 20, 30 тысяч. Угу. Сколько всего эпизодов? 7. 7. Здесь, в Ангарске? Нет. А где еще? Оренбург. Ангарск. Еще одно видео у меня пошло. Thank you.